Дни Москвы в Красноярске. Столичные делегаты изучают особенности города, чтобы подготовить проекты к дальнейшему сотрудничеству регионов в области культуры, образования и молодежной политики. Сегодня московские гости вместе с первым заместителем губернатора Сергеем Пономаренко возложили цветы к Вечному огню и посетили Музей Победы. С мемориала экскурсию начали не случайно. Тысячи красноярцев наряду с другими солдатами защищали Москву в годы войны. Затем делегаты встретились с работниками краевой библиотеки, где вручили подарок. Сертификат на 400 экземпляров книг. Историческую и другую литературу, а также редкие энциклопедии достанутся не только красноярским библиотекам, но и учреждениям в других городах края. Двухдневный визит москвичей поможет выстроить продуктивный диалог для плотного сотрудничества. Я уверен, что проведение Дней Москвы позволит сделать очередной шаг навстречу друг другу и совместный шаг навстречу большим и серьезным задачам, да, решением этих задач. И с другой стороны, я надеюсь, что в Москве тоже состоятся дни Красноярского края. В основном мы обсуждаем аспекты культурного сотрудничества, социального сотрудничества, гуманитарной сфере. Я считаю, что это очень важно, поскольку это является базисом, основой для развития экономических связей. Мы очень рады тому, что приехала такая представительная делегация, и мы сможем приобщиться к опыту наших коллег.